В городском поселении Игрим на территории временного накопления твердых бытовых отходов завершается строительство двух ангаров. Это новые площадки временного накопления, на которых могут накапливаться твердые коммунальные отходы в течение 11 месяцев. Потом с этих площадок отходы будут вывозиться на полигоны. Всего по Березовскому району планируется построить 8 таких площадок. В Игриме, в Инзитуре, Тегах, Приполярный, Светлый, Хулимсунд, Сосьва и Никсимволь. Вот. На настоящий момент построена уже площадка в поселке Ванзидур. На завершение строительства больше 90% построена площадка в поселке Светлом. Процентов на 90% вот площадка уже построена в Игриме. Также на завершающихся стадиях ведется строительство в Тегах и Хулимсунте. Все остальные площадки планируется к завершению 31 июля 2021 года. София Юнусова, Дмитрий Нетин, АТВ «Березово», Игрим. Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».